Грубое нарушение правил дорожного движения чуть не стоило жизни. Сегодня утром на трассе Тирасполь-Бендеры произошло ДТП. Есть пострадавшие. Не убедившись в безопасности маневра, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на проезжую часть с территории спорткомплекса «Шериф». В результате авто налетело на проезжавшую мимо «Тойоту». От удара Volkswagen несколько раз развернуло на проезжей части. Автомобиль остановился аж в 20 метрах от места ДТП. «Тойоту» выбросило на обочину. Обе машины получили существенные механические повреждения и восстановлению не подлежат. Водители транспортных средств были доставлены бригадой скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу. Водитель микроавтобуса госпитализирован с сильными ушибами позвоночника и головы. Водитель «Тойоты» сейчас также под наблюдением врачей. Во время ДТП он получил травму живота. Медики говорят о возможном разрыве селезенки. И еще одно ДТП случилось минувшей ночью в Дубасарах. На проезжую часть прямо перед машиной выскочил пешеход. Ехал по проезжей части, откуда ни возьмись, услышал удар, у меня лобовое стекло сломалось. Я остановился, увидел пьяного мужчину на проезжей части, сразу вызвал скорую, милицию. Водитель автомобиля говорит, пешеход появился так неожиданно и близко, что он просто не успел среагировать. Пострадавший был нетрезв. После удара его госпитализировали в Дубасарскую районную больницу с травмами головы.